Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать в пресс-центре информационного агентства ТАСС на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве международного литературного фестиваля «Живое слово» «Post-Bubble Condition». Фестиваль состоится 2-4 декабря в Москве на площадке электротеатра «Станиславский». О программе фестиваля и его участников поговорим сегодня с моими гостями, которых я с удовольствием представляю. Соорганизатор фестиваля, главный редактор издательства «Логос», представитель жюри литературной премии имени Пятигорского, писатель Ксения Голубович. Добро пожаловать, Ксения Олеговна. Здравствуйте. Здравствуйте. Также на нашей встрече присутствует соорганизатор фестиваля, заведующий отделом книги Французского института в России Мирей Шафрю. Добро пожаловать. Рады вас приветствовать. Поможет с переводом нам Мария Скачкова. Также в нашей пресс-конференции принимает участие лауреат премии имени Жуковского для молодых переводчиков с немецкого Святослав Городецкий. Рады вам. Спасибо. Поэт, прозаик Герман Лукомников также расскажет свое видение, как может пройти этот фестиваль. Очень надеюсь, что подойдет к нам еще один участник. С нетерпением ждем его, и если он придет, конечно, я его тоже представлю. Итак, Ксения, ну, прошу вас, начните, пожалуйста, расскажите вообще об этом фестивале. Признаюсь честно, мне кажется, немногие знают об этом. Да, хотя, наверное, профессиональное сообщество, как принято называть, да, но все-таки более широкой публике не так он известен. Расскажите, что это за фестиваль? Какова программа, ну и чего вы ожидаете? Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Мы сами не знали об этом фестивале, потому что мы только его придумали все вместе. У нас еще есть третий участник, Олег Никифоров, с которым, собственно, вместе мы работаем в издательстве «Логос», и который тоже замечательный переводчик и организатор всевозможных проектов. Я хотела бы сказать, что это история поиска формы для публичного существования поэзии, более публичного, чем просто какая-то, так сказать, рубрика в литературе и какое-то место на выставках, ярмарках. Мне кажется, что сейчас у поэзии возможно нащупать совершенно новый потенциал, вновь ее более публичного звучания, вслушивания более широкой публики в тот опыт языка, человеческой судьбы, который могут подарить поэты. Мне кажется, уже настало время для такой более широкой встречи, и мы пытаемся понять, вот этот фестиваль для меня — это такой пробный шар, действительно ли мы правильно ощущаем то, что может произойти, это новая встреча, или ее надо еще готовить, и, безусловно, ее надо готовить. Но из того, что с чем я сталкивалась, интервью поэтов, которые я брала, это все очень интересно, то, чем они занимаются, то, что они пытаются услышать, и как они работают. Поэтому, потому что поэзия — это вам не только вдохновение, это огромная работа, которую берут на себя особенно талантливые люди. Вот, поэтому, почему «Живое слово»? Потому что, на наш взгляд, и по интервью с совершенно различными поэтами я вдруг это осознала, что поэт сам себя чувствует как такой живой организм, который производит поэзию. И для него присутствие, прежде всего, вот если мы вспомним, как вообще сочиняется, это бормотание, это какое-то, как бы сказать, прислушивание, вслушивание в слово, которое на самом деле происходит, все событие происходит внутри человека, внутри конкретного организма. И когда поэт читает по-своему, в своей манере, это всегда, как говорил Лев Семенович Рубинштейн, это всегда большая мера убедительности. Есть такая особая вещь, как обаяние поэта. Оно очень отличается от обаяния актера, но когда ты слышишь авторское чтение, осмысленное чтение, взятое как ноты слова, собственным голосом, собственным организмом, который в этот момент является твоим инструментом, на публику это производит невероятно сильное впечатление. И вот это то, что современность в своей технологии позволяет вновь вернуться к тому, чтобы поэт, именно поэт, даже не книга, а сам поэт, вот этот поэтический организм, вновь к нам пришел через запись, потому что это мы все выложим в интернет, через трансляцию, через многие разные вещи. Именно сам человек в своем живом существовании становится сообщением для всех остальных. Такой способ существования поэзии был в древности. И сейчас мы сможем снова к этому вернуться. Нам не всегда теперь нужна книга. Мы можем по-разному, или придя в зал, или нажав на кнопку в компьютере, это услышать и стать этому свидетелями. Вот, мне кажется, это очень важно, и мы пытались этим всем интуициям придать форму, публичную форму. И эта форма называется фестиваль.
Вот фестиваль «Живое слово» — это некий вольный перевод того жанра, который состоялся уже давно в Европе, в Америке, это называется «spoken word». Это такое целое направление, к которому имеют отношение очень разные люди, которые, как бы сказать, делают стихи в более традиционной форме, и, например, они могут произносить просто практически речи. Кто-то из американцев недавно пошутил, что после современных выборов вот вся политическая риторика – это вот и есть spoken word, это такие бэтлы, политические бэтлы, которые уже приближаются по силе к поэтическим высказываниям. Вот такого рода вещи. Мне кажется, мы пытаемся что-то нащупать в самом потоке современности и сказать, и просто придать какую-то форму. Эта форма называется фестивалем. К нашей беседе присоединился Рубен Дарио Флорес Арсил, министр-советник посольства Республики Колумбия в России. Добро пожаловать. Рады вам. Здравствуйте. Обязательно дам вам слово чуть позже. Далее передаю слово соорганизатору выставки, заведующей отделом книги Французского института в России Мирей Шафрю. Будьте добры, расскажите, ну, в программе фестиваля авторское прочтение своих произведения поэта из России, США, в том числе и из Франции. Расскажите, как институт в этом принимает участие и почему вы тоже решили в этом принять участие? Прошу вас. Ой. Извините, пожалуйста, я буду на французском. Конечно, конечно, у нас же есть Мария, которая нам поможет. Donc, nous, à l'Institut français, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur la poésie performée. Да, мы во Французском институте уже 3 года работаем с таким жанром, как поэзия, в театральных рамках. Voilà, et là, c'était l'occasion de participer à la première édition d'un de ce que j'espère être un grand festival et qui va durer. Я надеюсь, что этот фестиваль будет существовать и продлиться еще долгое время, и мы не могли не поучаствовать в этом фестивале. Sauf que voilà, cette année j'avais envie de faire un choix un peu particulier. В этом году я сделала такой необычный выбор, qui s'est imposé à moi presque instantanément, peut-être même inconsciemment. Несмотря на то, что он необычный, он пришел ко мне в голову сразу, потому что даже не было сомнений, кого выбирать. Alors, pour vous expliquer pourquoi j'invite Pilote Le Hôte? Я хотела бы вам объяснить, почему я выбрала Пилота Le Hôte на этот фестиваль, да. Et pour ça, je suis obligée de faire un petit détour personnel, un petit détour par la France. Я хотела бы сейчас отнестись немножко назад во Францию и рассказать вам свою персональную, личную историю, что случилось, почему я пришла к этому выбору. En fait, c'est l'histoire d'un pays il y a un an maintenant, et pourtant le souvenir toujours vivant de cette nuit que je passais dans la cave d'un petit restaurant vietnamien dans le quartier de Belleville à Paris. Прошел уже год, но живы те воспоминания, воспоминания той ночи, прошедшие в непрестанном прислушивании к выстрелам в подвале вьетнамского ресторана квартала Бельвиль. C'était le 13 novembre dernier, dans ce quartier de Belleville, où, comme vous le savez, je retrouvais un pays, la France, déchirée à nouveau par des attentats, ceux du Stade de France et ceux du Bataclan. Это случилось 12 ноября 2015 года, в прошлом году, то есть почти в квартале Бельвиль, Франция была буквально разорвана террористическими атаками на стадионе «Де Франс» и в квартале и в театре «Батаклан». Novembre dernier, donc à peine un an après cet attentat qui fauchait le fleuron de nos dessinateurs de presse à Charlie Hebdo, et à peine un an avant l'attentat qui cet été déchirait à nouveau la France à Nice. Это произошло почти через год после террористической атаки 7 января, которая скосила самый цвет наших карикатуристов французских, расстрелянных в офисе журнала «Шарли Эбдо», и за год до атаки в Ницце, которая оставила этим летом Францию в смятении и крови. Бельвиль, c'est un quartier symbolique de la France, c'est là qu'on trouve toutes les cultures, toutes les langues, toutes les religions. Бельвиль является таким символическим и особенным, показательным кварталом Франции. Он богат на разнообразие языков и культур.
Et pour la petite fille d'un pêcheur napolitain et d'un notable vietnamien que je suis, c'est un lieu qui est symbolique d'une diversité de cultures qui fait la richesse de mon pays. Да, и я, в свою очередь, для меня, как для внучки неаполитанского охотника за кораллами и также знатного вьетнамца, который нашел убежище во Франции, Бельвиль является важным кварталом, в котором вы можете как раз наслаждаться и увидеть это разнообразие языков и культур, чем он и знаменателен. И pourtant, voilà, donc, je retrouvais mon pays... en crise bon, sociale, économique, mais surtout en crise politique au sens propre du terme, au sens où mon pays était une cité désertée par ses citoyens. Et именно в ту ночь я обнаружила страну в глубоком экономическом, общественном, политическом кризисе в самом прямом значении этого слова, поскольку я увидела, как Франция стала вдруг городом, покинутым его гражданами, для которых это разнообразие больше не является тем богатством, которым оно всегда было. И je comprenais que sa diversité de culture était devenue un danger tant que la population française, que les citoyens ne retrouveraient pas les termes nouveaux d'un contrat social au sens où Rousseau l'entendait. Оно больше не является богатством, но, к сожалению, угрозой до тех пор, пока ее народ не найдет новые условия так называемого социального контракта. Alors, évidemment, je suis désolée, c'est un tableau un petit peu triste. N'empêche que je continue à croire que la politique menée par ceux que nous élisons, et il ne faut pas oublier que nous avons la chance d'avoir ceux qui d'en haut font la politique. Я сейчас нарисовала такую немножко грустную картину, но нужно сказать, что я продолжаю верить в политику, проводимую политическими деятелями во Франции сейчас. Mais je suis surtout convaincue que la politique, elle se fera d'en bas, sur le terrain, au quotidien, par la société civile. И глубоко убеждена также, что политика должна сегодня более чем когда-либо строиться снизу, каждый день, гражданским обществом, действиями всех граждан. Alors, Belleville, c'est aussi le quartier de Pilote-le-Haut. Бельвиль – это также квартал обитания, жизни пилота Ле-Хота. C'est là qu'on peut se retrouver au cabaret public pour slammer. И именно там можно встретиться в таком называемом публичном кабаре, чтобы читать свой слэм. Et donc c'est là que le temps de soirée slam, on partage à nouveau des valeurs communes et des règles communes. И именно там этот стиль слэма поднимает вновь и обсуждает вновь те важные социальные темы. Alors le slam, évidemment, c'est ça peut être un genre poétique qui renoue avec l'oralité. Слэм это может считаться жанром, это не просто поэтический жанр, который возрождает устное творчество. Et qui renoue plus généralement avec le corps comme outil de performance scénique. Но также, более того, это в широком смысле связь с телом как инструментом сценического воплощения. Il libère aussi des conventions formelles. И таким образом можно освободиться от каких-то клише, стереотипов, формальности жизни. Et des conventions sociales du genre poétique. И также социальных каких-то зажимов. Puisque chacun est libre slameur, pour autant qu'il respecte des règles communes. И каждый может быть на месте слэмера до тех пор, пока он уважает другие культуры и мнения других людей. Mais le slam n'est pas seulement un genre. Pilote-le-Haut vous dirait qu'il n'est pas du tout un genre. Ну, пилот Ле-Хот вам обязательно скажет, что слэм это не просто жанр. Даже вообще нет. Даже вообще не жанр. Mais qu'il est un outil, un espace-temps. Une agora, une nouvelle agora, où les citoyens peuvent se retrouver et partager à un moment donné des valeurs communes, former une société. Слэм – это своего рода агора, поэтическое и демократичное пространство, время, где находится энергия жизни и где можно черпать эту энергию для лучшего мира.
Voilà, et j'espère que ce festival sera l'occasion de confronter cette, peut-être une vision assez politique, des visions esthétiques. Et j'espère que, voilà, que ce sera un moment de, où partager une diversité de points de vue. И именно этот фестиваль является моментом, возможностью встретиться и поделиться, вступить в дискуссию, даже не в дискуссию, скорее поделиться и встретиться с этими различными мнениями на политические, социальные темы, обменяться эмоциями. Par-delà les performances et la beauté esthétique qu'on trouvera dans chaque intervention de poète. Помимо прекрасного спектакля, который участники фестиваля вам могут предложить, прекрасных читок и вообще театрального выступления. Благодарю вас. Да, коротко, пожалуйста, добавьте. Я просто хочу добавить, да. Что как организаторы фестиваля мы пригласили поэтов очень разного устного присутствия. У нас будут слэм – это один из очень современных способов существования поэзии. По сути, я просто поясню для тех, кто не знает, что это такой бэтл поэтический. То есть у каждого есть поэта по 3 минуты, у каждого, кто входит на сцену, есть время прочитать стихотворение, или вот те 3 минуты, может быть, несколько стихотворений. И зрители, по сути, оценивают по 2 категориям артистическое присутствие и качество поэзии. И, собственно, там есть победитель, вот я хочу представить Германа Лукомникова, допустим, который был победителем слэма во Франции, не победителем, второе место он занял слэма во Франции. Вот, и это как бы действительно международный жанр, потому что сзади есть титры, и люди способны оценить вот тот поток энергии даже помимо языка, который идет через поэта. И я хотела сказать, да, но есть и другого типа участники, просто чтобы для информации, допустим, такие как Ольга Седокова, которые представляют такой цвет, сказать, такой одинокого голоса. Ну, собственно, я бы сказала, все русские участники не совсем слэмеры, это все-таки не совсем то, что вы увидите в пилоте. И, допустим, Урсуле Рукер, которая является звездой филадельфийской сцены, очень известным поэтом, который сотрудничает с большим количеством музыкантов, и она тоже такой дает другой тип поэзии, который идет из черной традиции, который близка к блюзу. И что люди увидят, это разнообразие вот этой устности и существования поэта, который выходит к ним на сцену от очень, как бы сказать, одиночного интеллектуального личного голоса до голоса просто практически народа, как вот у Урсули, потому что это вот именно такое, как бы сказать, в кавычках, но по-русски это прозвучит, я думаю, нормально, такая черная традиция, то, что называется, да, которая за ней идет. И это мы попытались вот такую сделать мировую лютню. Почему мы назвали это «Post-Bubble Condition»? Потому что с нашей точки зрения, но это мы писали на сайте, сейчас мир терпит кризис еще раз в своей утопической надежде создать общий язык понимания. Вот идея мультикультурализма, вот о чем говорила Мирей, этот и общий язык общих ценностей, произошло ровно то самое, что произошло во время построения Вавилонской башни. Все говорят на одном языке, и все имеют в виду совершенно разные вещи и по-разному интерпретируют. И происходит распадение на множество языков вновь, на множество культур вновь, у которых опять нет этого моста. И поэтому, но есть энергия, есть то, что мы можем назвать любовь, есть поэзия, которая опять является моментом, мгновением личной встречи. И тогда ты вновь вспоминаешь, зачем ты, что такое человечность, зачем ты живешь, что такое другие люди. И вот это и есть поствавилонское состояние для нас. То есть действительно то, что говорит Мирей, все зависит от нас, а не от какой-то общей постройки. Вот, собственно, я еще раз хотела просто подчеркнуть, кто будет. Просто надо внимательно присмотреться к именам. Вот весь подбор поэтов, весь подбор участников, он как раз о разных типах присутствия и о том единстве, которое мы хотим таким образом создать. Благодарю вас. Далее я хотела передать слово Святославу Игоревичу, также соорганизатору. Фестиваль будет проходить 2-4 декабря. Расскажите немного о программе каждого дня и как отбирались, если вообще был какой-то отбор, участники этих 3 дней. Вообще существуют ли какие-то критерии отбора, которым должен соответствовать каждый участник? Ну, у нас мы отбирали сами участников, допустим,
Они вам направляли заявки? Как это чисто технически? Нет, это мы, поскольку они все достаточно известные уже люди, мы сами просто знали об их творчестве и сами уже могли выбирать между ними. Допустим, я уже 5 лет занимаюсь продвижением швейцарской литературы в России, и я знал, что в Швейцарии традиция spoken word, живого слова, она очень развита, и причем там есть не только поэтический spoken word, но, как правило, это в немецкоязычном пространстве это как раз проза, то есть можно и со стихами, и с прозой выступать на слэмах. И мы пригласили, допустим, Кристофа Симона, двукратного победителя швейцарского, общешвейцарского слэма. Потом еще пригласили Вани Бианкони. Это тоже человек, который организовал фестиваль в Беллинцоне, в итальянской части Швейцарии. И потом переехал в Лондон, и там еще фестиваль тоже организовал, который написал книжку даже о Лондоне, как втором языке, как о неком языке, который переходит границы такие общемировые. То есть это люди, которые все время думают о общечеловеческих темах и пытаются выразить какой-то глобальный контекст. Потом у нас будет выступать замечательная Ан Коттен, австрийская поэтесса, которая прекрасно знает классическую традицию, но привносит в нее что-то свое, современное. У нас будут, вот рассказывали уже о традиции слэма, у нас будет еще рэп, у нас будет рэп-пьеса, современная российская рэп-пьеса, которая вот буквально на днях была сыграна впервые в театре ДОК. У нас будут классические поэты, это вот Ольга Седокова, о которой упомянула Ксения, Лев Рубинштейн, у нас замечательный классический, ну, поэт классической школы Рубен Дарио Флорес из Колумбии, который в совершенстве владеет русским языком, и мы счастливы, что он согласился принять участие в фестивале. У нас будет еще, у нас будет еще английский прозаик, который тоже выступит со своим текстом. Вы знаете, что Великобритания в этом году почетный гость ярмарки Non-Fiction, и мы, в общем-то, тоже входим в программу Non-Fiction. Потом у нас еще будет несколько театральных дивертисментов. У нас, допустим, можно будет услышать Софокла на древнегреческом. У нас можно будет услышать, как читает стихи Елена Морозова, актриса электротеатра. Тоже, если вы еще не слышали, то советую вам к нам прийти. То есть у нас каждый день будет какое-то что-то интересное. И третий день у нас будет еще философский диспут. У нас будет, мы решили воссоздать платоновский пир, в котором примут участие, то есть его воссоздадут 7 современных российских философов. И закончим мы фестиваль заключительным таким показательным слэмом, где выступят и такие признанные уже слэмисты, как Пилот Лехот, как Герман Лукомников, но и менее известные молодые поэты. Благодарю вас, Герман Геннадьевич. Далее позвольте вам задам, может быть, и простой, и сложный вопрос одновременно. А зачем вам участие в этом фестивале, известному, состоявшемуся, просто уже, казалось бы, ненужному никому ничего доказывать, потому что уже мы все это видим, это вот на глазах. Зачем вам это участие и чем это может стать, ну, может быть, для начинающих ребят в будущем? Потому что я так понимаю, что основная часть сегодняшнего дня – это все-таки достаточно известные, ну, известные, профессиональные, уже закрепившиеся, да, в этом поле люди, ну, может быть, когда-то в будущем это может стать и некой стартовой площадкой для кого-то, или там второй, третий там ступенечкой. Зачем вам на сегодняшний момент это участие, и что вы для себя лично ожидаете от этого фестиваля? Пожалуйста. А вы на них не смотрите. Я, пожалуй, начну свой ответ со стихотворения. Я прочитаю стихотворение Константина Вагинова, написанное почти 100 лет назад. В аду прекрасные селенья, и души не мертвы, но бестолковому движению
Они обречены. Они хотят понять друг друга, поговорить, но вместо ласк посмотрят тупо и ну грубить. Вот, я скажу вот что, от себя добавлю для ясности, что в наше время, когда в последние годы отовсюду, из телевизора, из средств массовой информации, к сожалению, столько раздается диких, чудовищных призывов противопоставления нашей страны всему миру, что, к сожалению, многие этим призывам верят. Уже и мир сам скоро, я боюсь, поверит в то, что Россия – это какое-то другое, отдельное, альтернативное человечество. Мне настолько это не нравится, что всякое событие, которое, наоборот, приближает нас к миру, как-то в рамках которого мы можем вписаться в какой-то мировой культурный контекст и посмотреть на себя немножко со стороны, и посмотреть на мир, что-то добавить к общим культурным процессам мировым. Мы не другое человечество. Россия – это часть мира. Поэтому я участвую в этом фестивале. Я хочу послушать, посмотреть, пообщаться с людьми. Мне интересно, что происходит в этой форме «Spoken Word», что во всем мире делается и как в этом контексте смотрится то, что делаем мы. Мне немножко жалко, конечно, что такие классики вот именно этого направления, которые даже и в Москве живут, как Иван Ахметьев, поэт, который как никто много сделал для приближения поэзии к речи, как поэт-театр Виктор Коваль, как поэт-перформанс Света Литвак, к сожалению, в этом году не приглашены к участию, но я очень надеюсь на то, что фестиваль продолжится и в будущие годы. И это, как я считаю, ошибка организаторов будет исправлена. Это такое мое пожелание. Я надеюсь, что язык поэзии станет языком сближения. Мне хочется в это верить. Сближения человечества. Спасибо. Благодарю вас. Также хотела предоставить слово еще одному участнику фестиваля, Рубен Дарио Флорес. Будьте добры, вам, тоже уже известному состоявшемуся человеку, ваш мотив участия в фестивале. И почему вам было бы интересно, зачем понаблюдать? Что для вас будет таким интересным в эти три дня? Прошу вас. Buenos días, queridas amigas, buenos días, queridos amigos. Para mí, estar en Moscú es sumergirme en una energía poética, en una energía literaria. Добрый день, дорогие друзья. А то меня испугались. Ну почему испанский язык – это язык общения, и поэтому я добрый день еще раз. Почему я здесь, дорогие друзья? Почему я в Москве именно на фестивале поэзии, на фестивале живого слова? Прежде всего потому, что давно-давно и в Колумбии это мы чувствуем. Несмотря на все, на 19 век, на далекий 19 век, несмотря на далекую литературу 20 века в России, несмотря на расстояние, мы всегда чувствуем поэтическую энергию русской литературы. И вот по этой причине я здесь, потому что я хочу чувствовать еще раз, ощущать, погрузиться в живую стихию литературы в Москве. Потому что и я начал по-испански говорить,
Я, конечно, не владею в совершенстве испанским языком. Вы прекрасно говорите по-русски, я не могу не сделать вам этот комплимент. Спасибо вам большое. Вы говорите лучше многих носителей языка. Я думаю, что я не могу сказать, как Слава, и Слава к мне относится очень так по-дружески и прощает все мои изъяния с русским языком. Но я не могу сказать, что я владею в совершенстве испанским языком, но я скромно могу сказать, что я в совершенстве слушаю русскую речь, потому что все понимаю. И поэтому я думаю, что та литературная энергия, та литературная стихия, и это не пафос, а это логос, логос русской речи, а шире логос поэзии в России, это меня привлекает. И логос как смысл тела, не как голос, а как тело, тело, которое передает через вздохи, потому что прежде всего поэзия, даже когда пишешь, это вздох, это, что я скажу, ну, как в испанском языке, y ahora qué digo, сейчас что я скажу. Поэтому, да, меня привлекает, вот, я только цитировал, я не от себя, у меня только цитаты, то, что было прежде сказано. У меня такое ощущение, что в России, как в Колумбии, в испаноговорящей стране, всегда отношение к слову было метафизическое отношение. Потому что, не знаю, я лингвист по профессии, мы никогда не верили, что лошадь, написанная лошадь, это не лошадь. Это мы никогда не поверим, что лошадь, написанное слово, это не лошадь, как животное. Это я просто, мне пришлось очень долго задумываться над понятием знака, чтобы понимать, Господи, как я далек от этого понимания, что есть знак и есть предмет. Для меня предмет и знак – это то же самое. И в испанском языке, и в русском языке такая традиция к слову. Поэтому я здесь, потому что в Москве столько милых, прекрасных, безобразных, фантастических, абстрактных, телесных теней от прошлого, которые бродят как призраки по Москве. Но призрак Пушкина, живое слово Пушкина, призрак Маяковского, призрак Пастернака и многие другие живые призраки, как голос, как слово, как поэзия. Потому что только что я сказал, это уже куда-то пропало, это все призраки. Я просто одни призраки, об одних призраках мы сейчас только существуем, потому что вспоминаем слова. То есть мы присутствуем в присутствии призраков. И поэтому вот такое отношение к слову, это меня привлекает, для меня, конечно, я согласен с моими предыдущими прекрасными поэтами, любителями поэзии, которые говорят, что в современном мире очень много с большой сцены публичного дискурса говорят о противостоянии во всех уголках планеты. Все говорят об исключительности каких-то ценностей, будь ли в Африке, в Западной Европе, в Латинской Америке, в Штатах. А я не говорю об исключительности, я говорю об обиденном.
о простом, о том, что нас связывает, об этих милых призраках, «Si os encerrara yo en mis estrofas, frágiles cosas que sonreís, si aprisionaros pudiera el verso, fantasmas grises cuando pasáis, móviles formas del universo, sueños confusos, seres que os vais, ósculo triste, suave y perverso, que entre los sueños al alma dais. О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе, но час настал». И вот эта энергия, энергия поэзии без смысла, без какого-то, не знаю, без какого-то, без какой-то цели, просто радость, я, это радость общения, даже когда ничего не понимаешь. Это то, что меня привлекает. И спасибо, что есть в Москве такая прекрасная, замечательная, со всеми, конечно, безобразиями, которые есть в каждом человеке, да? Спасибо, что вы создали такое пространство, или este espacio, crearon este espacio, создали такое пространство, просто для общения друг с другом на основе прекрасных образов поэзии. И поэзия именно сейчас, в таком безобразном мире, она должна помочь нам выжить и выживать. Спасибо огромное. Благодарим вас. О языке выступающих в рамках фестиваля. Каждый выступает на своем родном. Есть какие-то требования к этой части? Или все должны как-то напрячься и по-русски? Нет. Каждый выступает на своем родном, да, и у нас будут все основные европейские языки, то есть английский, французский, немецкий, испанский, итальянский. У нас будет греческий, причем древнегреческий, новогреческий. У нас будет норвежский, у нас будет арабский. Вот, если кого-то забыл, простите. Но, в общем, у нас будет многообразие языков, и все будет переводиться на экранах на русский, а если русский поэт выступает, то на английский. Uh-huh. Достаточно много стран участниц перечислено и в релизе тоже. Сколько их, если можно поточнее, и как откликались, с радостью ли, то есть вот, потому что, ну, тут сложно сейчас, конечно, отделить поэзию от всей остальной жизни, много уже говорили о всяких политических моментах, экономических, ну, в общем, наверное, тоже сложно вам совсем, может быть, вне этой ситуации, хотя я думала, что спорт у нас как бы вне политики, но, как показал опыт, это не так. Поэзия, не знаю, сложно мне сказать, наверное, вам виднее. Что касается вот именно взаимодействия с иностранными участниками, вот тот некий напряг, который мы все наблюдаем в разных, в разных сферах, он сказался на этом направлении искусства или нет? Нет, он, к счастью, не сказался, и литература по-прежнему остается неким свободным пространством. Допустим, в Германии, в немецкоязычных странах такое понятие, как национальная литература, уже является моветоном, поскольку люди прекрасно понимают, что там невозможно мыслить себе классических авторов без взаимовлияния, и неважно, какой национальности человек, он все равно находит свое место в литературе. И у нас как минимум 10 стран, я вот сейчас навскидку вам точную цифру не скажу, но как минимум 10 стран, и мы с радостью приглашаем все страны к сотрудничеству. Мы рады обогатить фестиваль новыми языками, новыми культурами, потому что мне кажется, что как раз в многообразии, то, о чем говорила Ксения, это многообразие языков – это как раз не препятствие какое-то к общению, что у нас после
Вавилонской башне разные языки. Да? Кстати, сам миф о Вавилонской башне, это же возник он из-за переводческой ошибки. Да? То есть, и я как переводчик, мне тоже очень интересно как бы, загладить переводческую вину, что ли, то есть объединить с помощью перевода разные культуры. И я очень рад, что мы сможем сделать это в Москве в ближайшие дни. И все, кто хочет, может прийти и сопережить это событие. Вот у нас здесь два прекрасных автора, но их у нас как минимум 19 основных спикеров, так скажем. Да? И это не говоря о том, что, допустим, у нас будет рэп-пьеса, где 7 актеров, да, выступающих, 7 ребят, которые занимаются фристайлом и сами могут спонтанно производить поэтические тексты. Я еще хотела добавить, что есть различия не только между странами, но и между жанрами. Допустим, на одной сцене никогда поэты ранга, допустим, Ольга Седокова или Льва Рубинштейна с людьми рэп-культуры не встречались. И при этом особенно было приятно вот этот отклик со стороны таких мэтров, которые тут же соглашаются, и такой интерес со стороны, допустим, фристайла тоже в этом поучаствовать, и актеров театра. То есть у всех есть ощущение, что пора встречаться. И надо сказать, что мы вели переговоры еще с такими очень известными рэперами, как MC Noize и Оксимирон, и они отказались только потому, что у них были гастроли. И мы надеемся, что в следующем году они тоже примут участие, именно потому что и в этом жанре те, кто ощущает вот этот приток поэтической энергии, но имеет в виду какую-то другую форму, они тоже уже чувствуют там, так же, как Оксимирон, что он поэт. Это не только он обслуживает свой жанр. И вот это вот согласие между жанрами, как и между народами, это тоже очень важно, что все хотят что-то сказать вместе. Вы хотели добавить? Я хотел только добавить, что, по моему впечатлению, Седокова и Рубинштейн и друг с другом-то на одной сцене крайне редко встречаются. Кстати, не выключайте, пожалуйста, микрофон. Следующий вопрос будет к вам о выборе произведения, которое вы представите публике в рамках фестиваля. Как подходили к выбору, что это за произведение, если это не секрет? Вообще, вот из каких вы соображений исходили, что представить гостям, участникам этого события? Пожалуйста. Я представлю не одно произведение. Так. Большинство моих произведений очень маленькие, они чаще всего состоят всего лишь из нескольких слов, иногда даже из двух или из одного. Вот, хотя далеко не все. Я представлю просто довольно большую разнообразную программу, примерно ту же, которую я не так давно исполнял в Чехии, в городе Таборе, на фестивале малых издательств «Табук» и в Праге. На первую половину эта программа состоит из программы из 6 слэмовских 3-минуток, которые я исполнил в прошлом году на Всемирном слэме в Париже, вот, где я занял 2-е место. Вот, в общем, это большая разнообразная программа, которую я как-то готовил, составлял всю жизнь, причем по большей части это именно такие общечеловеческие стихи, несмотря на их непереводимость в буквальном смысле многих из них, я думаю, что в моем исполнении и в сочетании с синхронным английским переводом на экране, проецирующимся на экран, как показал парижский и чешский опыт, великолепно воспринимается далеко не только носителями русского языка. Ой, вы прямо сейчас сняли с языка у меня следующий вопрос. Как принимают русских участников, русскую поэзию за рубежом? Немножечко расширю тогда вопрос. А каково место в мировой поэзии занимает русская литература? Есть ли некое... Ну, понятно, сложно тут место, да, позицию назвать, но мы хотя бы в каком измерении здесь находимся... Да, пожалуйста. Ну, кто... У меня нет кому-то конкретный вопрос, поэтому кто может и хочет ответить. Иностранным гостям, наверное, тоже есть что сказать по поводу места русской поэзии. Ну, коль мы проводим фестиваль в России и в Москве, уж простите, задаю большинство вопросов про русскую поэзию, поэтому... Пожалуйста. Да, Мирей, пожалуйста. Пожалуйста, вы.
Я думаю, что я чувствую, что в Колумбии, в Латинской Америке русская литература всегда была особым образцом литературного слова. Но вот это как бы хрестоматийное определение. В XIX веке самый такой современный поэт Колумбии, Хосе Асунсьон Сильва, один из предшественников модернизма в Латинской Америке, Феликс Рубен Дарио Гарсия Сарменто, так его звали, отец модернизма, а предшественник модернизма – это колумбийский поэт. И он, но ему было 29 лет, Хосе Асунсьону Сильва в Боготе, и написал очень глубокую статью для «Боготинской газеты» о значении и о смысле войны и мира. Представьте себе, это в 1896 году. Потом наш, так сказать, выдающийся поэт, самый признанный поэт Колумбии, Леон де Грейв, написал очень популярную поэму. Все колумбийцы знают почти что наизусть эту поэму. И особенно час утра, два часа утра, когда в крупнейших, в крупных городах люди уже под, как это самое, под водкой или что ли. Под шафе это называется? Как? Под шафе. Под шафе, да. Они читают наизусть. Учили, вы учили русский язык, но главные термины не заучили. Но поэтому я должен с вами больше тренироваться. Да. Значит, они читают наизусть. Ну, там старики, молодые люди, все читают наизусть эту поэму. Как называется поэма? Поэма – это «Песнь Сергею Степанскому». «Canción de Sergio Степанский». Гарсия Маркес, знаменитый писатель, автор всемирного известного романа «Сто лет одиночества», он рассказывает, когда ему было 16 лет, и он плыл на пароходе с Карибского побережья по реке до Боготы, он увидел сидящего человека, который читал, не оторвался от книги. 4 часа, 5 часов, 6 часов. А этот господин, уже человек, но в годах, не прикован к этой книге. И молодой Маркес подходит к нему уже к концу поездки, путешествия, и спрашивает: «А скажите, пожалуйста, что вы так все время читали, ни на что не обращали внимания?» И он: «Хочешь, я тебе», он отвечает, «хочешь, я тебе подарю эту книгу?» И книга – это двойник, роман, повесть, двойник Достоевского. Об этом и рассказывал Гарсия Маркес. В доме моего отца была одна книга, которая на меня играла огромное влияние. Я еще помню обложку, красную кожаную обложку этой книги. Книги 48-го года испанского издания. Это роман «Войну и мир», которую я читал, первый роман, который я читал. И в Латинской Америке, я в заключение хочу сказать, в Латинской Америке русская литература, она пользуется огромным авторитетом, большой популярностью, и каждый писатель, каждый выдающийся писатель считает своим долгом от Алехо Карпентьера, от Варгас Льоса,
от Гарсия Маркеса, упомянутого, написать одно эссе, одну статью об одном крупном русском писателе. Благодарю вас. Мирей, пожалуйста, вы тоже хотели, я видела, что-то сказать, и будем переходить к вопросам. Malheureusement, je ne peux pas dire qu'en France, il y a la même connaissance de la littérature russe. К сожалению, я не могу подтвердить, что французы так же хорошо, как в Латинской Америке, знакомы с, в Колумбии, знакомы с русской литературой. Par contre, je pense que la littérature russe a la puissance du mythe. Но я могу точно с уверенностью сказать, что русская литература важна на уровне мифов, мифическом уровне. Pour ceux qui l'intéressent, qu'on parle de littérature ou de poésie, la Russie, c'est, enfin, la Russie, à travers la littérature et la poésie, c'est l'espace. Россия через для французов Россия, которую они видят через литературу, с которой они знакомятся, через русскую литературу, поэзию. C'est l'espace, c'est la liberté. В первую очередь это свободное пространство. Un ensemble comme ça de d'images et de concepts. Liberté, espace, lutte. То есть есть несколько слов, которые отражают представление французов о России. То есть это пространство, это свобода, борьба. Voilà. Avec comme ça quelques noms, évidemment Dostoïevski, les classiques, les Chlebnikov pour les poètes, et malheureusement encore trop peu les écrivains et les poètes contemporains. Да, французы более-менее неплохо знакомы с классическими русскими авторами. Достоевского, конечно, они знают. Такого поэта... Кельпоэт? Хлебников, например. Такого поэта, как Хлебникова, многие читали. Но с современной русской литературой, конечно, они не очень хорошо знакомы. Ну, еще есть возможность всегда познакомиться. И я видела во Франции достаточно много все-таки книжек русских. Есть, конечно. Да, да, да. Я хочу сказать, что вот как раз, допустим, если вот взять пример Ольги Седоковой, которая является кавалером, как бы сказать, кавалер-дамой, как это сказать, Дрей, этот орден кавалер искусств, как это называется, который дает президент Ширак ей давал? Да, как это называется? По-русски как это сказать? Да, орден, да. Орден почетного легиона, вот это, да? Нет, кавалер ордена искусств, это какое-то такое высшее признание. И вот пример, допустим, другой, вот то, что, о чем говорил Герман, это второе место на всемирном слэме, который был во Франции. И первое место занял французский поэт, вот, но в силу того, что это еще как, ну, как бы язык, как окружение. Мне кажется, что и произошло нечто, что каким-то образом необходимо снова совместить. Я хотела бы сказать очень важную вещь, о чем говорил Герман. Не только мировая литература обогатилась теми прорывами, которые невероятными, которые сделала русская классическая литература по сравнению с тем, что было в мире там, в XIX и XX веке. И надо сказать, что один из очень читаемых авторов и в Германии, и в Франции, из более близких современных, это сейчас происходит открытие Шаламова. И когда я вот была в Америке, произошло открытие Хармса. Это еще проблема перевода, да? То есть русский 20 век еще недостаточно представлен. Это огромное дело правильно перевести. И сейчас возникают очень интересные переводчики, которые как бы создают события внутри тех языков, на которые переводят. И Америка узнала Хармса. Она не знала, что такое есть. А открытие Хармса во многом опережает даже то, что было сделано в language poetry, такое очень известное направление в американской поэзии. Я когда смеялась, я говорю, ну вы не видели наших. Вы не видели Хармса, вы не видели Введенского, вы не видели еще Хлебникова, у вас этого еще нет, у вас еще это только будет. Вот, это одна из проблем. А вторая проблема то, что, безусловно, русская литература всегда обогащалась мировым влиянием. Толстой – это Франция, Достоевский – это невероятный Диккенс. То есть сначала это должно быть усвоено, сначала вновь должен прийти приток, и он даст снова
почему вот как раз вот я очень прореагировала на то, что сказал Герман, что я хочу пойти послушать, пообщаться, посмотреть, что есть. От этого притока зарождаются новые силы, новые ощущения. Когда мы прочли Маркеса, когда Россия прочла «Сто лет одиночества», она стала другой страной. Книга невероятной популярности, я хочу такой лаверды сделать, ее читали все. И это очень важно, вот эта взаимная встреча, потому что это не только мы смотрим, они смотрят на нас, но и мы смотрим на них. И когда мы понимаем, что мы можем еще, какие еще возможности есть в мире, что люди еще делают, что мы еще не увидели. Это в России, которая невероятно живет, как говорил Розанов, всемирная отзывчивость. То есть самое сильное качество России – это то, что на самом деле мы слышим и видим очень многое, находясь на перепутье. И это может дать заново вот какой-то новый культурный взрыв. И я хочу сказать, что, безусловно, в современной обойме, допустим, такой автор, как Пелевин, существует на всем мировом горизонте. Когда я была в Америке, книжки Пелевина стоят везде. То есть сейчас осваиваются Гроссман и Бабель. То есть, с одной стороны, нас еще нет, очень многих еще нет, они еще это не видели. Вот Германия недавно поняла, что такое Гроссман, да? Что такое Шаламов, что такое Бабель. Вот эти вот авторы. Да? А с другой стороны, мы тоже должны что-то понять, потому что невероятные вещи делаются в Америке, там литература на подъеме. Невероятные вещи делаются в Латинской Америке. И когда мы поймем, что они делают, мы поймем, а что мы можем сделать в ответ, потому что это всегда ответ. И вот эта ответственность мира и ответ, который мы даем друг другу, это развивает нас, это точки развития. Мы развиваемся, потому что мы встречаем то, чего мы никогда не видели. И тогда мы начинаем развиваться. Да, поняла вас. Коллеги, есть ли вопросы? Уже, конечно, очень много мы тем не только фестивальных затронули. И все-таки, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Если вопросов нет, ну или они будут в индивидуальном порядке, тогда позвольте завершить нашу пресс-конференцию. Время. Да, конечно, пожалуйста. Добрый день. Алина Бурмистрова, кандидат филологических наук, поэт, корреспондент газеты «Московская правда». Во-первых, хочется поблагодарить всех создателей и организаторов этого фестиваля, потому что действительно энергетика звучащего слова, магия звучащего слова, они чрезвычайно важны сейчас. И действительно поэзия – это и жанровый синтез, он находится на пересечении, находится поэзия на пересечении очень многих искусств. И действительно это объединяющая сила, и духовно объединяющая, и коммуникативно объединяющая. Хотелось бы задать вопрос, планируется ли продолжать этот фестиваль? Как часто он будет проходить, как попасть молодым поэтам на этот фестиваль, и как вы думаете, возможно ли зарождение каких-то новых поэтических форм в рамках этого фестиваля? Спасибо. Частично уже на этот вопрос все-таки был ответ. Если можно, да, Святослав, лаконично, будьте добры. Да, значит, во-первых, планируется продолжение точно еще в следующем году. Потом, конечно, молодым поэтам можно или как-то зарекомендовать себя уже, или просто прийти. Вот у нас будет слэм, открытая программа, можно... Если какой-то очень талантливый молодой поэт, он, в принципе, может принять участие, подать заявку, написать организаторам. И мы всегда открыты всем новым веяниям, поэтому если будут появляться новые жанры, мы только за. Ну, в следующем году планируете? Да, то есть раз в год, ну, как минимум на следующий год? Видимо, в рамках нон-фикшн опять тоже. Ну да, хочется пожелать, что это будет не только в следующем, но и на регулярной... На регулярной основе, основе, да. Ежегодно. Спасибо. Спасибо за радость общения. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Юлия Файзулина, Федеральное агентство новостей. Я вот присоединюсь к коллеге и скажу, во-первых, конечно, большое вам всем спасибо, что вы все это все-таки сделали, это состоится. И я уже хочу туда попасть, на этот фестиваль. Спасибо вам за эмоции, за сегодняшнее. И как правильно заметил Рубен, я соглашусь, что, может быть, ты можешь не понимать, на каком языке кто что говорит, но та энергетика, которая исходит от человека, да, она тебя уже завораживает, привлекает и тянет к себе. Потому что, на мой взгляд, на каком бы языке ты ни разговаривал, чувствуешь, сопереживаешь, любишь, радуешься, ты абсолютно одинаково. А вопрос у меня будет следующий. Скажите, пожалуйста, для кого, наверное, к организаторам больше вопрос, для кого вы делали этот фестиваль? Как вы думаете, кого вы ожидаете видеть на этом фестивале? Как вы думаете, кто к вам придет? Только ли литературное какое-то сообщество, или, может быть, это
какие-то другие люди. Вот для кого вы делали его, и как вы думаете, кто к вам придет? Спасибо. На этот вопрос я, наверное, отвечу я. Конечно, стабильно мы рады присутствию всех членов вот литературного сообщества, они отреагировали. Мне как раз Андрей Родионов, замечательный поэт, который тоже участвует, говорит, что очень много вопросов из московской литературной среды, когда, что. Но наша задача, как организаторов, и я не знаю, справимся мы с ней или нет, но мы будем справляться, и фестиваль покажет, это вынести к смежным и более как бы далеким аудиториям. Вот то, что я говорила вначале, нам хочется подарить поэзию еще кому-то. Потому что, когда мы начинали, первое, что нам предложили сами поэты, давайте вы сделаете это в наших пространствах. У них есть кафе, у них есть какие-то небольшие территории, в которых это происходит. И это было первое, да? На что мы сказали, нет, мы идем в город. Мы попробуем это сделать. Это еще мало у кого. Они сказали, ну, у вас не получится. Я говорю, ну, посмотрим. Мы приложим максимальные усилия, мы будем учиться на ошибках. Но нам очень важно, чтобы пришли те, кто может прийти, те, кому это нужно, но он еще не знает. И вот это действительно то, что вы сказали про общение, про человеческую энергетику, и в конце концов про то, что говорили здесь все, это про нашу заложенную в нашей человечности любовь друг к другу, потому что поэзия – это певица любви. Вот, поэтому мы надеемся, что это станет нужным. Наша задача – постепенно сделать это нужным. Вот как это искусство, это пока еще мало кто решал, но мы будем работать как группа организаторов именно над этим. Такую задачу мы перед тобой ставим. Благодарю вас. Коллеги, позвольте завершить пресс-конференцию. Я желаю вам, конечно же, успешного и первого раза, чтобы он не был комом. Также хотела бы еще раз напомнить, что фестиваль состоится 2-4 декабря в Москве на сцене, на площадке электротеатра «Станиславский». Я думаю, что вся информация, которая нужна, ну, людям, которые, может быть, об этом не знали, есть на сайте мероприятия. Также, наверное, там есть и условия участия для молодых, может быть, поэтов и не очень молодых. Тут сложно ограничивать, вы не ставите ограничения по возрасту. Вот, поэтому желаю вам, конечно, успешного проведения, чтобы это стало регулярным и чтобы нужность была не только у тех, кто в этой теме, в этой профессии, чтобы это стало для широкой публики тоже доступно. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Коллеги, вам большое спасибо. До новых встреч. Спасибо.